Сегодня Всемирный день книголюбов. Этот праздник отмечают не только писатели и поэты, но и люди, для которых создается творчество. Съемочная группа телекомпании ТВК вышла на улицы города, чтобы узнать у берчан, любят ли читать они и каким произведениям отдают предпочтение. Сейчас я читаю книгу «Что я видел» Носов. А нравится тебе вообще читать? Да, это интересно, практикую практику. Учусь, читаю. Изучаю музыкальную литературу. Вот, Кристина изучает по косметологии литературу, поэтому сейчас вот по своей специальности обучаемся только. Ну, читаем детективы. В газету посматриваем, что там. Нашу Берскую новости смотрим. Интересуемся, как у нас город процветает. Во-первых, я читала в свое время всю классику. Прямо досконально и очень-очень трепетно, потому что это мне пополняло мою какую-то багажную состоящую нужду душевную. А потом я любила очень читать детям все эти сказки. У меня такие собрания сочинения сказок есть. Ну, сейчас в основном детскую литературу для возраста своих детей. Какую мы последнюю с тобой читали книжку? Последнюю книжку? «Ведьмочка Винни». «Ведьмочка Винни». «Спасибо, Индикси». Ну, все, зарубежная литература в основном получается. Стивен Кинг, автор. Так, если из названия книги, то «Опиумная война», но не помню самого автора. А вообще много читаешь? Да, достаточно.